Сколькими бизнесами владеет Карл Джонсон в GTA San Andreas? Дохода территории на Grove Street, Robo's Food Mart в коммерческом районе, Res Hall в районе Flint Range, отель Van Hoff в финансовом районе San Fierro, автосалон Vank в Догерти, магазинчик Zero RC, хипстерский магазинчик в Хэшбери, заброшенный аэродром, карьер Hunter и, наконец, бургер-шот в западном Red Sandy Лас-Вентуреса. Суммарно Карл Джонсон получает доход в размере 45 тысяч долларов в сутки, что позволяет ему получать практически 16,5 миллионов в год.